Добрый день, меня зовут Иван Охременко. В детстве мама привела меня в областную библиотеку для детей и юношества на улице Ленина, и на долгие 6 лет эта библиотека стала для меня близким другом, родным местом, куда я приходил с большим удовольствием. В этой библиотеке работают замечательные, отзывчивые, очень интересные люди, влюбленные в свою работу. Сейчас, вот уже 3-й год, я являюсь читателем централизованной библиотеки имени Семенова. Принимаю активное участие в мероприятиях, которые проводит эта библиотека. И всегда рад новым встречам с библиотекой и ее работниками. Я считаю, что и сейчас библиотека остается тем образовательным центром, который помогает людям оставаться людьми. Здесь можно всегда найти ответ на любой вопрос. Библиотека – это центр развития и общения. Мне бы хотелось от всей души поздравить работников всех библиотек с их праздником – Днем библиотекарей. И, может, в дальнейшем библиотека станет главным местом в нашем мире. Пожелать дальнейших успехов в их нелегком труде.